Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первые видео авторынок». Те из вас, кто уже давно подписан на наш канал, знают, что основной профиль работы нашей организации – это продажа автомобилей с пробегом в городе Новосибирске. В нашем выставочном комплексе, расположенном в самом центре на улице Фрунзе, вы всегда можете найти порядка 150 автомобилей в наличии. На каждый автомобиль мы предоставляем полный инспекционный отчет по его состоянию, а также отчет автотеки. Кроме того, приехав к нам, вы имеете возможность посмотреть понравившийся автомобиль не только сверху и прокатиться на тест-драйве, но также и сразу осмотреть машину снизу. Для этого у нас есть свой подъемник и свои диагносты. В последнее время, в связи с некоторыми событиями на международной арене, все больше и больше наших клиентов задаются вопросом, а что же происходит с импортом правого руля в настоящее время? Подробные комментарии по этому вопросу мы решили получить, что называется, из первых уст. Сегодня у нас в гостях гость из Владивостока, компания Япония Трейд, которая занимается привозом автомобилей под заказ, и ее директор Алексей Нечипаренко. Встречайте. Здравствуйте, всем привет. С 2006 года компания Япония Трейд, которая находится в городе Владивостоке, дружит с компанией RDM Import. Еще когда-то давно, 15 лет назад, мы привозили на заказ автомобили с аукционов Японии именно сюда, в Новосибирск. Мы работаем на данный момент, возим большое количество машин, и, конечно же, вам всем, наверное, интересно, что сейчас с правым рулем. Какая ситуация? По-настоящему, когда доллар падал сейчас недавно до 58-60, получались очень хорошие цены, и многие очень пришли и заказали правый руль. Большой на него спрос, и что хочется сказать еще по правому рулю. Корабли едут, корабли ходят, машины на аукционах Японии покупаются, машины отправляются, потому что очень много ходит слухов, что мало кораблей, не на чем вывести машины, что есть проблемы с таможенным оформлением. Нет, по-настоящему процесс идет, мы машины покупаем в большом количестве, привозим их во Владивосток с аукционов Японии, а затем отправляем дальше по России. Цены на правый руль, как я уже сказал, получаются очень интересные. До 2 миллионов рублей недавно мы продали 220-й Краун 2018 года, продали Харьер, Альфарды выходят 2 с небольшим миллиона рублей. Это все автомобили 2017-2018 года. Цены очень интересные. Если вам интересно, ниже будут контакты, и наши менеджеры всегда для вас рассчитают точную стоимость. Есть небольшие нюансы. Я сейчас, конечно же, все про них вам расскажу. Во-первых, ушел очень крупный игрок, компания ECL. У нее был огромный паром RORO, который вывозил по 5-6 тысяч машин за раз из Японии. А в последнее время объем машин, заказов, он резко увеличился. Опять же, чуть-чуть это может повлиять на срок вывоза из Японии. Это первый нюанс. Второй нюанс, когда вы работаете с нашей компанией, договор составляется в долларах. Итоговая цена будет в долларах, и если он вырастет, то, конечно же, и стоимость автомобиля для вас вырастет. Но надо не забывать, что в основном покупка совершается в течение недели, и вы сможете оплатить машину еще по текущему курсу валют. Когда машинка приедет в Владивосток и будет таможиться, там уже доллары, если вы волнуетесь, можно их заранее опять же купить. В общем, все нюансы всегда наши менеджеры готовы для вас рассказать, показать. Пожалуйста, обращайтесь. Также для жителей средней полосы России может быть интересно, как происходит схема работы по заказу автомобиля из Японии. Я расскажу ее кратко. Вы заключаете с нами договор, выносите предоплату 10% от итоговой стоимости, и наши менеджеры начинают подбирать для вас автомобиль с аукционов Японии. По статистике делается предварительный расчет, начинает идти поиск, затем автомобиль покупается, вы оплачиваете расходы в Японии по инвойсу через банк. Когда он приходит во Владивосток, вы оплачиваете расходы в России, то есть платежи все проходят поэтапно. Приобретение автомобиля полностью прозрачно и безопасно. Итоговая стоимость прописывается в договоре, в долларах. Также есть калькулятор расчета стоимости у нас. И, собственно говоря, машина, она когда растамаживается, у вас получается ПТС. ПТС выдает таможня. Таким образом, вы застрахованы от того, что автомобиль не будет в угоне, ПТС не будет подделкой, дубликатом. Собственно, все юридически безопасно. После всего этого мы автомобиль отправляем в регионы России. Перед отправкой проходит проверка на соответствие машины состоянию ее купленного на аукционе. То есть, если что-то в аукционном листе не было, а при доставке в Владивосток появляются какие-то дефекты, небольшие царапинки, то мы все это, конечно же, за свой счет исправляем. Друзья, ну в завершение что хочется сказать. Заказать автомобиль можно, не приезжая во Владивосток.
Все платежи максимально прозрачны, вы их будете делать на счет нашей компании Япония Трейд во Владивостоке, а также по инвойсу в Японию на счет компании наших представителей в Таями. Заказывайте автомобили, обращайтесь к нам. Алексей, большое спасибо за такой развернутый и детальный ответ. Теперь вы знаете больше о том, что происходит на рынке Японии и как обстоят дела с покупкой и доставкой праворульных автомобилей с японских аукционов. Так что, если среди нашего наличия в городе Новосибирске у нас на складе вы не обнаружили ничего для себя подходящего, если такое случится, вы всегда можете обратиться в компанию Япония Трейд к Алексею и привезти себе тот автомобиль, о котором вы мечтаете. Кстати сказать, компания Япония Трейд, как и RDM Import, имеет свой видеоканал на YouTube. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь, у ребят очень много интересного и полезного материала. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире. Всем пока.